посмотрите, что я нашла. Дайте мне просто... Дайте мне волю, я оставлю себе такой скин. Костюм паука. Смотрите, что я нашла. Так что, если хотите выиграть 500 рубаксов, то смотрите видео внимательно. Ребята, всем привет! И добро пожаловать на мой канал. Сегодня я наконец-то буду менять свой скин в Роблоксе. У нас будет рождественский выпуск, новогодний выпуск, потому что скин должен быть новогодним. Логично. А еще в этом видео будут условия и результат конкурса, каждому из которых достанется по 500 рубаксов. В этом видео мы определим два победителя, и я скажу условия на следующий. Так что, если хотите выиграть 500 рубаксов, то смотрите видео внимательно. И, о боже, мне предстоит очень много работы, потому что я слишком давно не была в Роблоксе, слишком давно не видела всех новинок, и мне придется очень долго сидеть в магазине и искать вещи. Плюс еще всю одежду я покупаю во всяких магазинах, и это надо очень много серверов обходить, но я это уже сделала. Ладно, расскажу вам все чуть попозже. Перед началом этого видео не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. А также активировать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Кстати говоря, ребята, у меня есть гейм-канал, на котором я снимаю Токобоку, так что если вы любите Токобоку и вам будет интересно посмотреть такие видео, то жду вас на моем втором канале. Ссылочка в описании. Ну все, начинаем. Я бы очень хотела поменять это лицо, которое я покупала уже там больше года назад. Оно стоило тогда 34 тысячи рубаксов. Сейчас оно стоит бог знает сколько, видимо, очень много. И я хотела, честно говоря, купить себе лицо, которое мне давно нравится. Единственное лицо, другое, которое мне нравится, это такое лицо с веснушками. Но, к сожалению, сейчас оно стоит где-то 100 с чем-то тысяч рубаксов, а это почти все мои рубаксы, так что не судьба. Я вам сейчас покажу его. Есть точно такое же лицо, которое стоит там в разы меньше, вот, но стоит 10 рубаксов. А есть точно такое же лицо, только веснушки там цветные. И вот за это мы отдаем 100 тысяч рубаксов. Но мы не будем отдавать, уже поздняк. Когда-то я хотела его купить, но стоило 30 тысяч, надо было тогда брать. Но я почему-то ступила. Вот оно, 145 тысяч рубаксов. Оно очень милое, правда, мне оно очень нравится. Ну да, улыбочка. Улыбочка немного другая. Очень клевое лицо, но слишком много. У меня всего, вон, 186 тысяч рубаксов, а оно стоит 145, так что нет. Вот сейчас у меня вот такой старый скин, он очень давно был сделан, очень давно. И я хочу вам показать, какие волосы я уже нашла. Я очень много волос купила. До этого у меня были вот такие долгое время. Мне очень нравятся эти волосы. Но они, во-первых, совсем не похожи на мои, то есть они прямые и длинные, и вообще тут бандана, которую я никогда в жизни не носила. Вот такие волосы из всех тех, что я нашла, мне кажется, больше всего походят на мои, потому что тут хоть какие-то кудряшки, но есть. Ну и выглядят, в принципе, неплохо. Дальше есть вот такие волосы, совсем не похожи на мои вообще. Вот такие, ну тут в основном все прямые. Ну главное, что коричневые хотя бы. Еще мне нравятся вот такие волосы. Они очень прикольные, с ободочком. Ну и вот сейчас просто вам покажу все варианты, которые я нашла. Меня очень расстраивает, что в Роблоксе вообще нету кудрявых волос красивых. То есть есть волнистые, да, но не кудрявые. А если есть, то выглядит очень плохо. Но я все же думаю, что я оставлю вот такие, потому что они больше походят на мои волосы. Дальше одежда. Я вам просто покажу, в каких магазинах я была. Вот такие магазины я посетила. Если вам нужно, можете тоже там посмотреть. Там есть вроде новогодняя одежда. Я лично для себя нашла там только штаны. А кофточку уже искала вообще просто в обычном магазине Роблокса. И, к счастью, я ее нашла. Кофточку найти было очень сложно. Зато пока я искала, я нашла вот такой вариант. Merry Christmas написано. Еще я нашла вот такую кофточку, прикольная, в общем-то. И нашла вот этот топик, который мне очень понравился, и у него какая-то белая фигня. Это просто минус 5 рубаксов. Потому что это выглядит очень плохо, и мне на самом деле очень обидно, потому что я бы, скорее всего, выбрала этот топик. Но почему он на белом фоне? Еще вот такая черная кофточка вариант. И вариант, который мне понравился больше всего, это вот такая кофточка. Вообще не зимняя одежда совсем. Но она больше всего подходит под эту еще вещь, под штанишки. В общем, вот такой топик. Он очень прикольно выглядит, стоил 5 рубаксов. И я обожаю то, что одежда в Роблоксе стоит недорого. Это прям очень клево. Штаны. Все штаны я купила вот в этих вот бутиках, так сказать, на серверах. И у меня есть куча вариантов штанов. Давайте подберем самые лучшие. Я еще их не выбирала. Во-первых, у меня есть вот такие штанцы. Кстати, у меня есть даже такие в реальной жизни. Во! Похоже? По-моему, очень даже. Ой.
У меня куда-то пропали штаны. Окей. Еще есть вот такие штаны, тоже красные, но чуть-чуть другая клеточка, более крупная. Есть вот такие штаны, очень балдежные. И я хотела такие купить в реальной жизни, но в итоге купила бежевые. Очень красивые. Я до сих пор хочу себе такую расцветку в реальную жизнь, так что мне кажется, я остановлюсь на этих штанах. Еще есть вот такие, с зелеными, больше такие рождественские, мне кажется. Хотя они все новогодние. И еще просто вам покажу всякие варианты. Вот такие, например, красные джинсы. Тоже, в общем-то, неплохо выглядит. И там даже топик какой-то есть в комплекте, я смотрю. Да, вот такой топик, смотрите. Ну ладно. Наверное, я все-таки оставлю вот эти вот. Потому что мне очень нравится эта расцветка, и я жалею, что я такую не купила. С другой стороны, только под Новый год подходит, так что нормально. Ну смотрите, кстати, тут у этих штанов есть еще очень смешные тапочки, смотрите. Они такие прикольные. Прям такой домашний аутфитик. И мне нравится, что эти штаны выглядят очень натурально. Я знаю, что нам нужно, ребят! Я знаю, что нам нужно для этого образа обязательно! Нам нужно новогоднюю шапочку! Это какая-то странная новогодняя шапка с ушами. Хотя выглядит прикольно, кстати. Давайте просто напишем Christmas тогда в поисковике. Ребят, в общем, я нашла новогодние шапки. Их там было огромное множество. И я выбрала две, которые мне понравились, и купила их. Сейчас выберем, какая лучше подходит. Есть вот такая вот. Мне нравится, что у нее помпончик спереди, и видно, что это шапка. Понятно. Сразу. Но она как-то странно сидит, она слишком низко вот тут на лбу, и вообще она какая-то маленькая. И есть вот такой вариант шапки. У нее наоборот нет помпончика спереди, но у нее зато сзади, смотрите, какой прикольный вид. Она очень красиво так сидит на самом деле, вот сзади особенно. И мне кажется, что вот такой вот можно оставить такую шапочку, в общем-то. Как вам? Пишите в комментариях. Предлагаю сейчас поискать что-то еще новогоднее. Кстати, я купила вот такой розовый, ой, красный шарф. И мне он очень нравится, но он как-то странно сюда подходит, точнее не подходит, потому что у нас топик, а не кофта. Кстати, а что если мы сейчас примерим вот эту кофточку Merry Christmas? О, кстати, она сюда тоже подходит, да? Но мне кажется, не так классно, как топик, хотя... Пишите в комментариях, что лучше, вот эта кофточка Merry Christmas или вот этот топик. Кстати, смотрите, что я нашла! Дайте мне просто, дайте мне волю, я оставлю себе такой скин. Костюм паука. Это самая лучшая покупка в Роблоксе за все время. Смотрите, какие у меня есть ожерелья. Во-первых, есть вот такие вот бусики. У меня даже есть такой браслет. Прям точно такой же. Он тоже из бисера вот такого вот мелкого и крупного. И вообще это ожерелье выглядит очень прикольненько. Есть вот такое вот. И оно мне очень нравится, но оно как-то странно сидит. Мне кажется, его стоило сделать чуть побольше, чтобы оно было, ну, как-то... чуть пониже, а то оно как-то смотрится. Там написано Angel в сердечке в этом. Есть вот такое ожерелье, которое, мне кажется, очень сюда подходит. Там просто сердечко, ничего новогоднего, ничего красного, просто сердечко. Есть вот такой вариант. Тут бабочка. Вообще, мне нравится, как оно выглядит, но не нравится, как оно сидит на персонаже. Там непонятно, что это бабочка, и выглядит как-то размыто. Так что я думаю, мы оставим сердечко. Получается очень даже симпатично уже. Смотрите, в общем, у меня... постоянная дилемма, потому что на, ну, аксессуары на лицо можно только одно, по сути, нацепить, да? Так что нам надо выбрать только один аксессуар. И вы мне с этим выбором должны помочь. Так что голосуйте в комментариях, что вам больше понравится. Во-первых, это вот эти очки, которые на нас уже сидели. Вот эти вот кругленькие, черненькие. Вот такие белые очки в белой оправе. Ну, вообще другая оправа, тоже очки. Либо вот такой вот пряник. Мне нравится, как он выглядит, но мне не нравится, что у моего персонажа без очков теперь. Я уже это лицо не представляю без очков почему-то. Я нашла вот такую штуку, но тогда как бы нету моего лица, но мне нравится это лицо, это маска. Вообще выглядит очень мило. И было бы клево на эту маску еще печеньку, ну как будто во рту печенька, да, вот этот пряник. Но я не могу так сделать. Либо вот этот вот какао или горячий шоколад, кружечка. Тоже выглядит очень мило. Кстати, давайте оставим с этой кружечки и посмотрим, как будет выглядеть аватар. Аватар заглючил. Вот. Вот так сейчас выглядит аватар. И видите, вот эта шапка, она смотрится как-то странно. Но да ладно. У меня всегда была проблема с этим аватаром, потому что он постоянно смотрится странно. Так вот, я не знаю, что мне выбрать. Еще есть вот такой вариант с такими очками в виде мишек. Тоже, по-моему, очень мило. А, и еще смотрите, что я нашла. Я пока что оставлю по рандому вот эти черные очки. А вы голосуйте в комментариях, что лучше оставить в аксессуарах на лицо. Смотрите, что я нашла. Я нашла двух плюшевых мишек. И они дико милые, хочу вам показать.
этот мишка выглядит странно, если она вот крутится, бегает там, да, он просто как будто у меня прилеплен к пузу. Но вот в таком положении, видите, вот она стоит, не двигается. И такое ощущение, как будто она рукой вот этой держит этого мишку. Это выглядит очень мило. У меня есть коричневый мишка и белый. И не знаю, стоит ли мне его оставлять, так что тоже голосуйте в комментариях. Я буду читать ваши комментарии и в итоге сформирую окончательный вариант скина. Итак, ребята, а сейчас небольшая рекламная пауза. У нас будут условия на 500 рубаксов. Сначала скажу вам условия, а потом выберем двух победителей и отправим им рубаксы. Первое условие — это поставить лайк на это видео. Второе условие — это подписаться на мой гейм-канал, ссылочка есть в описании. Третье условие — это подписаться на мой аккаунт в Роблоксе, мой никнейм ChristyCharm1. Чтобы подписаться, вы находите мой аккаунт, он сейчас у вас на экране, потом вы нажимаете на вот эти три точки сверху, и там будет кнопочка follow. Вы на нее нажимаете, и условие выполнено. Следующее условие, обязательное, это вступить в мою группу в Роблоксе. Именно через нее передаются рубаксы. Она находится также в моем аккаунте. Нужно немного промотать вниз. Тут будет такая картинка. Мы на нее нажимаем. И где-то здесь будет кнопочка join group. Вы на нее нажимаете, и все замечательно. И последнее условие, это написать в комментариях под этим видео, что вы участвуете в конкурсе и свой никнейм, чтобы я смогла вас найти. А сейчас выбираем победителей. Ребята, я нашла победителей. Их комментарии вы видите на экране. Это Lina54397 и Hello Kitty. Все замечательно. Я вбила по 500 рубаксов каждому. И нажимаем отправить. Та-дам! 1000 рубаксов отправила победителям. Ну, в общей сумме. Скорее принимайте участие. И в следующем видео будут результаты. В следующем видео именно про Roblox. Ну что, а в общем-то наш скин уже готов. Оценивайте его в комментариях от 1 до 10. Мне, честно говоря, он очень нравится. Он получился таким домашним, прямо атмосферным. Скорее всего, я его чуть-чуть в дальнейшем видоизменю. Может быть, что-то новенькое дадут, что-то более подходящее. Но, в общем-то, он выглядит вот так. Обязательно участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на мой гейм-канал, подписывайтесь на этот канал, если вы до сих пор не подписаны. Ставьте лайки. Спасибо всем большое, кто был до конца этого видео. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Вы у меня самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!